Привет! Хотите реально полезные и прикольные товары, которые я лично протестировал? Тогда вы смотрите то, что нужно. Все я заказал в магазине New Chic, с которого мне пришла уже целая куча товаров и разной одежды. Там хорошие цены и куча интересных товаров, даже на Новый год. Рекомендую. А еще в описании есть промокод на скидку в 15%, что очень вас порадует. И сегодня начну я с Г-образной ортопедической подушки. На удивление, очень обалденная штука, я даже не ожидал, что она так мне понравится. Еще ее называют подушка для сна на боку. Приходит она хорошо упакованной и сразу в наволочке. Я наволочку пошил себе другую, так как она не кашлатится. Особенность этой подушки в том, что она помещает вашу шею и голову в правильное положение. Она помогает снизить напряженность в спине, и лично от себя могу сказать, что засыпаю я с ней намного быстрее. У меня у друга есть небольшие проблемы со сном, и он долго не может уснуть. Пришел он раз ко мне, прилег и себе такую захотел. Хотя поначалу он тоже относился скептически. Сделана она из полиэстера на 100%, а чехол подушки из комплекта на 100% из хлопка. Когда вы спите на боку, подушка должна заполнять пространство между головой и матрасом, так, чтобы шейный отдел находился на одной линии с продолжением позвоночника. Подушка должна поддерживать голову, шею и плечи и принимать их форму. Это придаст вашей шее, плечам и голове позицию, которая максимально будет способствовать правильному, здоровому и восстанавливающему сну. Ваша спина должна мягко прилегать к длинной части подушки, чтобы создать необходимый уровень комфорта. В то время как длинная часть подушки выпрямляет и корректирует вашу спину, остальная часть подушки гармонизирует положение головы, шеи и плеч, что все вместе сделает ваш отдых более приятным. Ах да, есть еще отделение для ушей, это удобно. Все, кто ставится со сомнением к такой подушке, поверьте мне, это до того момента, пока вы сами не прилегли на нее, она божественная. А этот ключ я купил ради прикола, хотя для небольших гаек и болтов точно пригодится, например, для велика или чего-то еще. Сделан он из стали, не знаю какой, но сталь не очень, если честно. Максимально открывается на 15 мм, то есть соответственно как ключ на 15. Он сможет заменить вам сразу кучу мелких ключиков от 6 до 15. А есть ключи поменьше, чем на 6? Напишите в комментариях, а то я не знаю. Ходит шестерня регулировки хорошо, без проблем. Есть небольшой уход нижней губы, но это, я думаю, нормально для мелкого ключа. Причем за ту цену, сколько он стоит, а это около 100 рублей. Зажимает хорошо, в этом нареканий нет. В общем, в вашем арсенале мелких ключей пригодится. Органайзер для ваших кабелей и другой мелкой электроники. Еще одна полезная вещь в доме. Держите все ваши электронные аксессуары организованными и легко доступными. Реально удобная вещь, кстати. По себе знаю, что почти всегда кабели, зарядки, батарейки и другая мелочевка валяется непонятно где и очень легко может затеряться. А тут взяли, положили все в одно место, скомпонировали удобно и компактно, и красота. Теперь все, что нужно, в одном месте. Сам же органайзер имеет внутри мягкие перегородки, которые вы сможете разместить как вам хочется, и положить шнуры, зарядки и другие гаджеты любого размера. Еще с таким органайзером вам будет удобно в поездках и командировках перевозить всякую мелочь, типа тех же шнуров, пауэрбанков, зарядок, аккумуляторов и чего хотите в принципе. Сделан органайзер из полиэстера и водонепроницаемого катиона 300D. Это типа он не боится воды. И последней покупкой на сегодня будет вот такая вот сумка. Да, опять она, только в другой коробочке. Это уже третья. Две предыдущих я подарил сестре и маме. Удобные капец. Кто не помнит, что это за сумка такая, то я расскажу. Это компактный пакет. Сделан он из прочного нейлона, который пригодится вам при любых покупках, выходах на природу и вообще где угодно. Сумка легко складывается в небольшую коробочку и занимает мало места. А когда сумка понадобилась, вы с легкостью вынимаете ее с коробочки и кладете внутрь все свои покупки и все, что вам нужно. Штука очень удобная, практичная, занимает мало места и удивит многих, потому что подобную сумку я не видел ни у кого. В ролике я показал такую же сумку, но с круглой капсулой, а эта квадратная, вот и все отличия.
Напомню вам, что все товары были куплены в магазине New Chic, и это далеко не первые покупки с этого места. Если вы будете заказывать товары на сумму больше, чем $35, то вам будет бесплатная доставка, хотя она и так небольшая. А еще я оставил для вас вкусненький промокод на скидку в 15%. Переходите в описание и пользуйтесь. Уверен, что сегодняшние товары пригодятся всем и каждому, особенно подушка, это просто нечто. А если вам приглянулся какой-то определенный товар, то напишите об этом в комментариях. Ставьте лайк и подписывайтесь на канал, мне будет очень приятно. А также посмотрите предыдущий ролик, там два очень плохих товара, которые покупать не стоит. Рад был для вас стараться, хорошего вам дня или вечера, всем пока!